Во-первых, позвольте сказать спасибо за то, что вот такой нетворкинг создали. То есть такие мероприятия очень нужны для рынка. И вот тут видим, что игроки финтех не только там просто, то есть те, кто там оказывает услуги или там производят там какие-то услуги, еще там тут и клиенты, да, которые там оказывают услуги, еще есть банки. И мы вот тут все собрались и обмениваемся мнениями. Это все очень хорошо, отлично, это все только в пользу нашего государства и рынка финтех в Узбекистане. У меня очень хорошее впечатление, потому что вот как член финтех, то есть я как основатель финтех-ассоциации Республики Узбекистан, то есть меня лично пригласили, вот мы как раз собираемся сегодня там подписать форум с платформу, и мы думаем, что у нас будет еще там в дальнейшем будет еще там тесное сотрудничество. Мы вместе будем тут объединить, да, много еще там дополнительных участников. Я только рад за организацию таких мероприятий. Спасибо.